uma granica. Ritine, estamos aqui, Iva Sofia. Второе место, Леонова Александра. Первое место, Козюра Алина, Гюрджана Мелитополь, руководитель Татьяна Тарасова. Ювеналы 2, начинающие шоу. Пятое место, Сердюкова Настя, Гюрджана. Четвертое место, Остапенко Алисия, Реал Дэн, Запорожье. Третье место, Леонова Александра, Амалин. Второе место, Кузьмицкая Катя, Мирабель. Первое место, Макиева София, Академия танца Запорожья, руководитель Ирина Воскресенская. Ювеналы 1, начинающий шоу. Финалист. Батина Аня, 163. Финалист Гиги Азарова Валерия. Финалист Гаюн Алина. Финалист Коптева Валерия. Финалист Мирянова София. Финалист Аббасова Карина. Финалист Камнева Алина. Шестое место. Берегинец Даша, Восточная Феерия. Пятое место. Шматок Алена, Амалин. Четвертое место. Махинко Карина, Леонтан, Запорожье. Третье место. Новикова Даша, Элита, Красноармейск. Мусиенко Вика, Мирабель, Днепропетровск. Первое место, Валерия Ильина. Элита Красноармейск, руководитель Екатерина Клименко. Ювеналы 2, начинающий фольклор египетский. Шестое место, Сердюкова Настя, Мирджана. Павленко Ксения, Мирджана. Четвертое место, Зимонова Екатерина, Академия танца. Третье место, Ураска Анна, Амалин. Второе место, Мезенцева Ольга, Академия танца. Первое место, Леонова Александра, Амалин Петровск, руководитель Елена Горбенко. Финалист Кусяка Вероника. Шестое место Абасова Карина. Пятое место Кудрявцева Екатерина. Четвертое место Медведева Алиса. Третье место Гаюн Алина, Восточная Феерия, Днепропетровск. Восемно Лиза, Восточная Феерия, Днепропетровск. Первое место Каменева Алина, школа танца Маргариты Шейх Али, город Кривой Рог. Поздравляем! Поздравляем чемпионку Днепропетровской области. Браво! Ювеналы 2, начинающий фольклор египетский. Второе место, Мезенцева Ольга, Академия танца, Запорожье. Первое место, Козюра Алина, Мирджана Мелитополь, руководитель Татьяна Тарасова. Поздравляем чемпионку, браво, браво, браво. Ювенал, начинающий стрит-шаг, и первое место Анна Ураска, Марин, Днепропетровск. Ювеналы 2, начинающие рамсель шарки. Финалист Барышева Полина. Финалист Мороз Полина.
Финалист Трикуненко Валерия. Финалист Слюсар Виктория. Шестое место Коваль Элеонора. Пятое место Щербакова Маша. Четвертое место Семенова Екатерина, Академия танца. Третье место Ермола Катя, Гарем Ханцая, Запорожье. Второе место Леонова Александра, Амарин. Победительницы чемпионата и фестиваля «Вавилон 2015» в категории «Финал И2» начинающей райсер шарки стала Алина Газюра, Мирджана, Мелитополь, руководитель Татьяна Тарасова. И финал И1 начинающий фольклор египетский. Второе место Гнатых Диана. Первое место Бадгерадзе Полина. Финал И2, начинающая импровизация. Третье место разделили Барышева Полина и Варнава Надежда. Варнава Надежда есть? На втором месте Богомазова Марина. Супер, Дэнс Терновка. Первое место разделили Леонова Александра, первое место. Ермола Екатерина, первое место. Ермолова Екатерина Гарем Ханцая, Леонова Александра Амарин. И также на первом месте Выходцева Дарина. Супер-тенс Терновка, руководитель Татьяна Бек. Браво! Юниоры-2, открытая лига табло-соло. Третье место. Еремичева Диана, Амани, Дзержинск. Второе место. Владычина Маргарита, Мирабель. Первое место. Андриенко Анастасия, Гарим Ханцая, Запорожье. Руководитель Валерия Маркова. Первое место Горкуша Мария. Днепропетровск, руководитель Наталья Слаква. Юниоры 2, открытая лига шоу. Первое место Милютенко Александра, номер 219. Юниоры 1, начинающий подбор египетский. Первое место Зубова Валерия, Академия танца. Ювеналы высшая лига индийский танец. Первое место Табдыгова Рамила, Ялла, Кривой Рог, руководитель Алекс Белора. Ювеналы 2 высшая лига табло-соло. Первое место Рамила Табдыгова, Ялла, Кривой Рог. Ювенал 1 высшая лига табло-соло. Первое место Мария Горкуша. Днепропетровск, руководитель Наталья Слаква. Юниоры 2, высшая лига, импровизация. Первое место Дракун Ангелина, школа танца Татьяны Субботиной, Днепропетровск. Ювеналы высшая лига шоу. Первое место Мария Горкуша. Номер 99, руководитель Наталья Слаква. Ювеналы высшая лига Райсер Шарки. Первое место Мария Горкуша. Днепропетровск, руководитель Наталья Слаква. Драгун Ангелина, первое место в категории юниоры 2, высшая лига, фольклорный египетский.